Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Привет! Где ты все привет кричишь? Он Сережа стоит с Вероникой. Да. Да, ну что, мы на автовокзале. Привет, привет! На синий, да, и сейчас будем уже отправляться. Зима, минус 18. Да, минус 18 на улице. Зима. Вообще холодно, да, конечно. Да. Да. Сейчас уже должен поехать автобус, поедем. Елочки себе все пощелкаем. Жердинова. Да? Конечно, пощелкаемся. В шоке еще. Вообще не понимаю, что здесь. Скажи, подняли, непонятно куда привели. Да, или на елке. Куда мы, когда мы едем? А у нее не включать, там большая стоит елка. В городе, которые. Там больше елка, где можно для каждого. А, да. А, да. Да, нога. Да, нога елка. Горит. Просто будет не гореть, это будет. Вечером будет гореть. Вечером горит, да. Вечером будет гореть. Да. Да. Кстати, прохладно, рука мерзнет. Да? Мама. Нет, рука мерзнет. Да, кстати, снеговик работает. Снеговик? Да. Дома не работает? Работает. Работает. Маленького сломали, конечно, ну, уже. Да. Что, замерз? Я тоже. Я тоже. Нет. Девчат, нет, девчат, ты с собой в кармане у него. Так, ну что, ладно, уже увидимся. Людина. Посмотрим. Может, раз лучше мы снимаем, посмотрим, попробуем. Что выглядываешь? Едем. Едем, Вероника спит. Да, заснула наконец. Я не вижу, я ногу спит. Красотка спит. Ребят, покажем, там вообще умора будет. Да, покажет, что не. Илюшка проснулся. А так спали двоем. Ладно, все, едем уже, скоро будет. Приехали мы в Дядьково. Сейчас мы полчаса стоянка, конечно, вообще полчаса тут делать вообще нечего. Как не знаю. По сравнению с Людиновой. Это город, там, сам, не знаю, такой маленький. Зима, да? Пока не стоит, автостанция вообще. Кстати, тут снега навалило вообще, мне, да, мне тут. Ну, снег все-таки есть. В сравнении с чем даже в Брянске. Поезд какой-то товарный есть. Не знаю, да. Полчаса стоянка, стоим, ждем. Ни разу не ездили. Да, этим летом мы ни разу не ездили. Ой, не могу, как болезнь замерзла, что? Что, разбаловались в автобусе совсем. Да, пока стоянка, все попроснулись. И начали с ума сходить. Идите, нельзя, аккуратно. Чтобы так не стоять. Все. Так, давайте, успокаивайтесь помаленечку. Что, блонники? Осталось чуть-чуть уже и приедем, а вы еще? Ой. Я, Илюша. Видишь, специально для бутылочки подставочку у нас тут вот такой стоит. Бутыль Вероникин. От чего? Потому что. Что тут делаете? Балуются, что они тут делают? Мы уже приехали в Людиново. Да, уже сходили к бабушке, даже в магазин, даже работать у нас. Да, поздравили, да, с Новым годом у нее. Холоднее еще. Да, здесь похолоднее вообще. Ждем маршрутку. Ждем маршрутку, поехать. О, боже мой, да. Как-то прям сказать, намного проще. На каждом шагу маршрутки. Ой. На елочку зараз утра. Да. Да, мы решили сегодня не идти, потому что, во-первых, холодно, во-вторых, с сумками, с этими большими, да, с большой сумкой. А пойдем к дедушке. Сейчас к дедушке пойдем, да. И сейчас поедем к дедушке, все. Солнышко. Такое. Вообще. Вообще не понимаю, когда опять привезли ее. Да, щечки красные у всех. Под замерз. Да, вот это зима, нормальная зима. И дышится легко. Где маршрутка? Да, где даже маршрутка скорее уже уж слишком.
дышится легко. Так, ладно, увидимся. Мы уже у дедушки у нашего, да? Дед Владик играет в шахматы. И Раника был компьютер, все круто. А, в шашке. Раника все был компьютер. Аккуратно, дедушка, дед даст. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, у нас уже вот так накрыт стол. Ну, пока вот еще без всего. Сушебай зуб, пожалуйста. Накрыт стол. На, я имею в виду так, поставили стол, сервирован, да, стол еще, сейчас привлекали, приедет, будем накрывать с ним вместе. А кто еще приедет? Дима. Какой? Кто там у нас еще придет? Не знаю. Саша, не сын, а внук. Сын. Да, не знаю, кто. Дети Галины будут. Мы еще ж, наверное. А? Мама Галина. А, мама Галина, да, мама. Да, тут старенькая. Тепло здесь, да? Да, здесь хорошо. Свет где-то в теплом халатике так, все, такого. Все, да, договорились, даже мы к часу. Уже, часу. Да, будет там уже. У кума уже. Да, будет, мама, я приеду, да, тоже будет много детей. Там сейчас сядем, да. Много будет деток. Там Лёва будет с двумя детьми, с Лёвой, и мы приедем. Сучки. Ну, как обычно, 3 числа уже. Да, принципе, как обычно, 3 числа традиция. А, это у Владика, я не знаю, это его телефон. На улице солнечно, да, хорошо. Погода. Но холодно, холодно. Нормально, нормально, зима. Да просто мы уже от этого отвыкли, Серёж. От минус 20 уже холодно, кажется. Так полагается. Да, такое. Что там такое? Вот. Солнышко светит хорошо на улице вообще. Ну, для нас, конечно, для меня лично уже холодно. Вероника бегает. Так, сейчас, ладно, приедет Галя, будем накрывать стол. Одеваться, переодеваться. Надо еще голову придать, хоть немножко... Салатики нет, с картошкой, которую он, не знаю, оставил. А, надо 2 часа с картошкой свою поставить. 2? Да, сейчас есть 2 часа уже. Нет, 13. Ну, 2 часа надо поставить картошку. 202. А, ну еще через 10 минут поставил. Кстати, фотография нашего Владика. Ага, маленький. Вот и наш Владюшкин маленький. И, а это уже у нас в саду, да, последний год, Сереж? Да? Да, вроде да. Так, ну что? Не помню сейчас. По-моему, да, последний. Последний. На 20 февраля, по-моему, или да? На 20 февраля дедушке мы дарили, да. 23. Так, ладно, все. Увидимся. Ты, Илья, не знаю, смотрите, наверное, да? Застольем с вами само снимать не будем, потому что... Да, потому что многие против. Многие против, чтобы это все укладывалось на YouTube. Как бы уже... Именно, да. Да, уже говорили про родственников. Ну, как бы мы сами не хотим. И мы как бы сами не хотим этого снимать. А я что, я тут буду сидеть? Найдем, ну, здесь, сейчас, найдем. Как обычно, мы сидим там, ты рядом с нами там сидишь, приедем здесь. Ну, как обычно. Да, Илья, там сейчас сядем. Ну, как обычно. Посмотрим, разберемся. Да. Сейчас разберемся, где что садится. Пораньше не приехали. Ну да, можно было бы зайти еще знаю, к сестре Сережиной попить чайку бы. Ну, вы что-то... ну просто вы замерзли с сумками, с этими тяжеловато. Уже сумки, да, тяжеловато было. Поэтому никуда уже не пошли, уже скорее до сюда. Сегодня уже будут проситься вечером домой. Естественно, уже. Он уже хорошо все проспать здесь буду, спросил. Да, две ночи будем здесь спать целых. Кто? Для меня здесь это мы. Для меня мы тоже... 4 числа в 10:40. Для меня это тоже катастрофа, ну ладно. Чего? Катастрофа, потому что... Ладно, свой телефон разблокируй. Потому что Вероника спать со мной, я на кровати. Мне очень неудобно, кровать маленькая. Оп. На одном боку. Аккуратно. Ну-ка вставай, вставай, вставай. Бух. На ровном месте, как ты падаешь, да? Через порог я купила. А что там у тебя? Ну-ка, подожди-ка, а что там у тебя во рту? Печенька? Аккуратно, печенька. Лайк разбаки или что он там просит? Тут песня водочная, да? Второй день уже идет, получается. Как ты странно переходишь порог. Ты же нормально перелезал его. Нет, 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 нет. Он там маленький, там неполучно переходит. Здесь побольше, побольше. Все? Да, 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 да. Да, да, да. А кому ты вот звонишь? Абонент, не абонент, да? Да. Да, узнали, короче, значит, работы. Я узнал, почему. А, конечно, Сережа с нами. Да, у нас, короче, до 3 недели отпуска. До 11 вообще, как бы, праздник. Праздники до 11, да? Обидно. Вот.
Потом чернобыльская неделя. Да, у Сережи. 17-го, ну, чернобыльская неделя, это отпуск, мать, считай, неделя отпуска у Сережи, да. У нас 2 недели по 8 часов. Ой, что ты стала как на? 2 недели по 8 часов. Да, 2 недели по 8 часов Сережа будет, считай. 2 недели находится полностью здесь. Ну как, нет, но понедельник будет уезжать с утра, пятницу вечером будет с утра приезжать, ой, вечером приезжать, да, к нам туда, в Брянск. Честно, не знаю, так дико, вообще я так... Ну, там разберемся с каким-нибудь слогом, не знаю, что-нибудь подумаем. Что-нибудь придумаем, короче, по этому поводу. Да. Так, дико, конечно, уже, честно, людей находится. Я не знаю, как-то я, наверное, отвлекаю еще, скажем, разом все больше и больше. Вроде только полгода прошло, но приезжаешь сюда как... Вот правда, хорошо приехать в гости, погостить, так, денечек два. Ладно, отдохнем, заодно на природе отдохнем, и мясо забралась. Поедим. Забралась. На костре, так что все будет хорошо. Ну и да. И детки погуляют на свежем воздухе, да, в этом плане, конечно, шикарно, да, здесь отдых шикарный. Ну, что-то я уже, наверное, встретили нашу соседку на хате. Ну что, вот не надумали вернуться? Ой, нет! Так, это не твой телефон. Я не знаю, как его разблокировать. Не твой. Начинается, мое твое. Так, ладно, посмотрим, увидимся. Да, все, увидимся попозже. Так, что тут у нас, а? Ой, дедушка даст, говори, такой подарки. Вау, что такое? А в чем? Это а, микроволновки? Да, микроволновки. Микроволновки, а класс. А это мне вип, вип, вип. Мы тоже подарили подарки. Что там, у Вероники сейчас слюни потекли. А, тебе открыть подарок, Вероника? Так, а мы сейчас его откроем. Пакеты подкроем. Маленький фонарик. Во, киндер Дед Мороз. Какой большой. Так. И где мы тут сейчас откроем, Вероника, тебе его? Домик. А, тут на этом, на скотче. И тебя, Дед Мороз. Давайте я открою. У всех киндер Дед Мороз, да, скажи, подарки. Ну-ка, Вероника, все, открыли домик. Открыли. Что у нас там в домике? Конфетки, как обычно, да? Как обычно вам конфетки. Вы конфет съели, наверное. Да, вы конфет съели, наверное, за год вперед, да, за целый, за два. А? Зачем тебе эта шоколадка сейчас? Давай лучше вот эту конфетку тебе дам. На, давайте разверну конфетку, давай. Мои любимые конфетки. Цитрусовые лимончики, да, старенькие вот конфетки такие Росфронт. Ой, да, это а мечта. Мечта. Это. На. Но моя держи. Любимая это вот эти. Мечта. И это вот эти. Советские старые конфетки. Сейчас. Да, лимонные, мечта, карамельки. Мечта. Давай. Мечта, да, лимонная. Оп, где конфетка? Вот, мечта. И у тебя мечта, да? Ну давай, мечту. Оп, ротик, молодцы. Молодцы, киндер какой Дед Мороз, киндерский, да? Дин-дин-дин-дин-дин. Все Дед Мороза киндерские, да? Да. Три Деда Мороза, да? Троих деток. Так, только не забудьте, сейчас будем кушать еще. Слышите? Вот, а то все сладко нам топчется опять, если не будем. Все, ложи, закрывай. Не, ну ты ложи теперь пакет, Илья. А как теперь мне его закрыть? Ты же его полностью распотрошил. Я знаю, ты его полностью распотрошил, потому что... Давай аккуратно, да. Как он был, знаешь? Да. Ну, как? Так, ну ладно, давай закрой, все, видимся. Итак, ну что, в принципе, уже стол готов. Салатик оливье, там под сыром. Ну, такой, по-моему, слоеный, я не помню, салатик под шубкой. Бутербродики, вернее, тарталетки, фрукты, все такое. Да, все готово. Теперь я буду все готовить. Ты будешь себя готовить? Немножко волос надо. Ясно. А ты не я забыл. А, вот тут. Она забыла включить. А я же там был с ними сейчас. Забыл включить. Да. Вот так. На столе бардак. Я еще не помню. Приехали, разложили. Ну, а что делать, ладно. Да, веночки нам тут кантоваться. Здесь, здесь, я здесь буду. Как из семьи, не знаю. Ну, тебя не взяли. А? Тебя не взяли. Не, я здесь. Не будешь? Здесь. Ну, они там вдвоем, да, будут в той комнате. Наверное. Да, наверное. 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 Ладно, все. В принципе, картошку еще осталось, да, наверное? Картошка, вот перец. Еще перец буду фаршированный. Да. Вау. Что-то еще. Вон там наши. Что-то там объясняет. Илья объясняет. Владик мультики смотрит. Он, что вы там? А, он там бабушку конфетками угощает, Илья. Скитлсу, я бабушку не закорми конфетками. А то закормит. Ой, приблизил. Закормит.
конфетками. Да, это мы умеем. Смотри, это аккуратно тоже клеемка. А она не про это? Нет. Ничего. Нет, солнышко, кстати, сегодня холоднее еще будет, сказали. Да, ночью. Да. Ну, ночью сегодня. Ну, ночью сегодня, получается, завтра днем. О, завтра будем. Аккуратно там. Мерзнуть на свежем воздухе. Да? Да. Ну что, у нас время уже, наверное, 8:00, 9:00. Все только что разошлись. Да не хочет она уже ничего. Только открой, называется. Ой, все, раскапризничалась. Папа поехал отвозить домой мать Галия до дома. Сережа там по хозяйству ходит, убирается. Дети шоколад раскрышили. Вот, открой. Ты видишь, что она тебе дает открыть? Так, ну, я это не могу хорошо открыть, у меня руки скользкие. Так, Варик, сейчас давайте все компьютер дать маме убираться. Я знаю, у меня руки скользкие. А что? Так, ну тебе хватит конфет, тем более ты ее есть не будешь. Нет, конечно. Я открою, все, ей спать надо, все. И мы сейчас лежу спать, не ложить ее. Хватит время уже. Так, все, наверное, завтра. Да, надо с ним прощаться, уже, потому что сейчас надо убираться, все, стола, да, все. И спать, все, не переспал. И не спать, да, и детей, и Илюшку, поручня, и Илюшку, и Веронику спать уже не ложить. И Владика. И Владика. И Владика, естественно. Да, поэтому будем прощаться. Так, все, ладно. Подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому нравится. Всем до встречи, всем пока. Мы с вами уже завтра на природе, шашлычки и все такое. Да. Ну и поснимаем уже елочки уже, конечно, тоже. Ну-ка. Хоть деткам. Конечно, да. Наш поход будет. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока-пока. Детки. Всем пока-пока, не надо. Всем пока, спокойной ночи. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Завтра. 3 января. Вот так. Все, всем пока.